Улучшение завершено. Приступаю. Покатились. Я создан для битвы. Смело. Видеосвязь установлена. Есть работенка. Не делай из мухи слона. Легко. Приказывайте. Приступай. Готов к трансформации. Пара выстрелов по цели нет. Здравствуйте, командир. Скорее в атаку. Штаб, я вас слушаю. Ну? Что такое? На связи? Как угодно. Здравствуйте, командир. Отлично. Так точно, сэр. База атакована. Покатились. Улучшение завершено. Вызывай.
здесь. Точно, сэр. Энтару Тасадар, друг Морен. Талдаримы заключили под стражу всех, кто осмелился противостоять им. Освободи нас, и мы с радостью встанем на твою сторону. Приступаю. Отлично. Приступаю. Так точно, сэр. Приступаю. Отлично. Покатились. Так точно, сэр. Приступаю. Отлично. Улучшение завершено. Что стрясло? Чего? Выкладывай. А? А? Чего пугаешь? Ура! Кого подлатать? Что происходит? Угу. Я создан для битвы. Покинуть корабль? Ладно. Приказ получен. Покинуть корабль?
задел? Видел. Покинуть корабль? Штаб, я вас слушаю. Ать-2! Улучшение завершено. Покинуть корабль! К трудовым подвигам готово. Призрак явился. Покинуть корабль! Требуются дополнительные хранилища. Покинуть корабль. Еду. Как скажешь. Покинуть корабль! Покинуть корабль! Покинуть корабль! Призрак явился. Мне не нужны напарники. Покинуть корабль! Ваша остановка! Куда летим? Сделаю, командир. Приказывайте. Отлично. Месторождение минералов выработано. Понял. У
Улучшение завершено. Улучшение завершено. Здравствуйте, командир. Приступаю. Покатились. Штаб, я вас слушаю. Есть работенка. Улучшение завершено. База атакована. За твой счет. Месторождение минералов выработано. Улучшение завершено. Флот вызывали?
Не молчи! Флот вызывали? Улучшение завершено. База атакована. Месторождение. Впереди великие открытия. Да, командир. Эскадрилья. Штаб, я вас... Приказывайте. Так точно, сэр. Приступаю. Отлично. Покатились. Мы присоединимся к охоте на Талдаримов. Неужто? Видеосвязь установлена. А вот и хранилище. Артефакт уже почти у нас в руках. Молитесь своим богам, вандалы. Сейчас вы ответите за свои грехи. С этим кораблем не так просто справиться, сэр. Судя по показаниям приборов, он может маскировать дружественные боевые единицы и на некоторое время телепортировать противников под пространство. Приступаю. Покинуть корабль. Здравствуйте, командир. Так точно, сэр. Улучшение завершено. Приступаю. Сумра, нас миру Лунада. Твоя воля. Минти. Приказывайте. Покатились.
Так точно, сэр. Отлично. Приступай. Покатились. Что происходит? Эй! Я создан для битвы. Не молчи! Скорее в атаку! Хорошо. Принято. Смело. Приказ получен. Готов к трансформации. Никто не вечен. Как же? Непременно. Вперед, к победе! Штаб, я вас слушаю. Месторождение минералов выработано. Отлично. Так точно, сэр. Покатились. Отлично. Приступаю. Покатились. Приступаю. Так точно, сэр. Приступаю. Отлично. Покатились. Мои клинки жаждут мести. Твоя воля. Я не продержусь в одиночку. Здравствуйте, командир. Так точно, сэр. Улучшение завершено.
точно, сэр. Месторождение минералов выработано. База КСМ атакована. Покинуть корабль! Так точно, сэр. Улучшение завершено. Приступаю. Отлично. Покатились. Так, я вас слушаю. Так точно, сэр. Отлично. Приступаю. Покатились. Приступаю. Так точно, сэр.
Видеосвязь установлена. Какова твоя воля? Интересно. Улучшение завершено. Связь установлена. Приказывайте. Приказывайте. Покатились. Улучшение завершено. Здравствуйте, командир. Не зря ты известен как освободитель, друг мой Рейнар. Отлично. Приступаю. Так точно, сэр. Отлично. Покатились.
знаю. Отлично. Так точно, сэр. Точно, сэр. Сделано. Забираем артефакт и летим на встречу с Валерианом. Вы что, не видите? Рейнер нас продал. Нам нужно драться с Доминионом, а не работать на него. Не кипятитесь. Мы доверяли командиру раньше, должны доверять и сейчас. Как можно доверять этому алкоголику? Джим Рейнер – бесхребетный трус. Ты только тем и занят, что отравляешь всем жизнь. Да что ты говоришь? Ничтожество. Доверять можно только себе. И чем раньше вы это поймете... Ну все, довольно.
Ты водишь всех за нас, да, Джимми? А при первой опасности ноги в руки и бежать. Это так похоже на тебя, да? Вспомни меня и их, твою ненаглядную подружку. Делай того, о чем потом пожалеешь. Что он прав? Что я от вас сбегу? По твоей воле мы работаем на Доминион, командир. А сейчас мы летим на Чар? Тебя словно подменили. Доминион тут ни при чем. Наша миссия — спасать людей. Если зерги всех сожрут, значит, все было зря. Поэтому я возвращаюсь на Чар. Со мной вы или нет, решайте сами. Так было всегда. Вот это слова настоящего командира. Довольны? Теперь за работу, ребята. Надеюсь, этот разговор больше не повторится. И почини мой чертов проигрыватель. Помогите. Кто-нибудь. Готов рассказать мне, что с тобой последнее время творится? Последние несколько недель, когда я помогал тебе со всеми этими разборками, я, наконец, почувствовал вкус свободы. Но все это катится к черту, когда ты вдруг начинаешь строить из себя героя и впрягаешься в то, на что лично мне плевать. Тогда к чему были все эти разговоры о помощи человечеству? Чем ближе мы подбираемся к этой твоей королеве клинков, в общем, дела не всегда идут так, как нам хочется, Джимми. Ты мне нужен для этого задания, Тайкус. Доверься мне. Ради нашей старой дружбы. Ладно. Ладно, я с тобой. Молодчина. Как в старые времена. Мои ребята всегда готовы помочь. За хорошие деньги.
С вами Донни Вермиллион в прямом эфире из студии UNN на Кархале. Тревожное известие. Пропал наследный принц Валериан. Да, Донни. Он должен был выступить на презентации нового крейсера «Белой звезды». Но церемонию пришлось провести без принца, поскольку он таинственным образом исчез. Правительственные источники отказались прокомментировать происходящее. Как бы там ни было, мы надеемся, что с принцем все в порядке. О, да. Ваш мальчонка в полном порядке. Пока что. Ну, как тут у вас дела, шеф? Гораздо лучше. Командир-то снова у руля? Ты наш новый друг, прекрасный принц, порадовал меня чертежами улучшенных крейсеров. Я уже провел несколько интересных модификаций. Обязательно посмотрю. Там, куда мы направляемся, нам понадобится вся огневая мощь. Итак, сынок, у нас в руках последний артефакт. Можешь собирать игрушку хоть сейчас. Спасибо, командир. Отличная работа. Вы оправдали все мои ожидания. Думаю, преимущество теперь на нашей стороне. Хотелось бы верить. Когда мы высадимся с этим артефактом, логово Терриган, нам останется надеяться только на удачу. Не вижу повода для волнения. За вами будет вся мощь флота Доминиона. А, ну да. Все еще против нашего союза с Валерианом? Мянг стал безжалостным тираном. Но это не значит, что сын пойдет по его стопам. Я прошел с вами через огонь и воду, сэр. И сейчас я не оставлю вас. Рад слышать. Этот союз продлится недолго. До тех пор, пока мы не достигнем цели. И, кстати, хорошо вы отделали Тайкуса. Он уже давно напрашивался. Командир, все готово к последней операции. Наступлению на главный улей зергов на Чаре. Когда операция начнется, отступать будет поздно. Проверьте готовность солдат, командир. Близится решающая битва.